Друзья, наш здравгруппотдел Роскомпризор может заблокировать видеохостинг YouTube, может, на следующей неделе даже. Это они, конечно, зря, но их выбор. Наше дело с вами не потеряться, поэтому в описании есть ссылочка прямая на Яндекс.Дзен и на телеграм-канал. Прошу вас подписаться, и будем там дружить, продолжать и общаться. Если VPN будет справляться с YouTube, пожалуйста, поставьте VPN. У меня стоит, с Facebook он справляется. Причем он работает то без VPN, то с ним, то есть в обычном режиме. Но, может быть, и ничего страшного. VPN, если справится, то будем встречаться здесь. Но дублировать я буду вот на Яндекс.Дзен и Телеграм-канале. Геннадий Дрил. А вам не кажется, что переделывание сделанного – это признак неуверенности в себе, как в специалисте, в своих знаниях, опыте, умении, неспособности видеть конечного результата? В технике все проще. Если всем известно, что два металла алюминия иметь не дружат, то чтобы не переделывать, агрегат никогда не соединят эти два металла. А в живописи специалист не понимает в ходе работы, что в конце получит. Конечно, не понимает. Это же шаг в неведомое. Это постоянное изменение. Ты действительно не видишь результата. У тебя есть некое предощущение. Есть эскизы, да, но если это речь о какой-то многофигурной или какой-то сложной композиции. Но все дело в том, что работая над этим, ты все время подключаются какие-то новые энергии. И работа над произведением, на мой взгляд, это не движение к цели, такое четко намеченное, и есть исполнительство, такой вот мастеровитый человек, который, превратившись в исполнителя, идет к этой цели и довершает все по эскизам. На мой взгляд, это не так. Это одна из причин, что у меня был большой перерыв там лет в 15. Я просто почувствовал, что в какой-то момент я превратился в ремесленника. То есть я проживал все на уровне эскизов, все внутри проживало, а когда делал картину, я превращался в исполнителя этих эскизов. На мой взгляд, это все немножечко вот в другую сторону меня завело. Я, конечно, был незрелый художник, хотя мои картины там в ЦДХ продавались еще до открытия выставки, вообще все работы. И мне казалось, о, я такой румяный, весь крутой. Но дело в том, что зрелость художника, я не знаю, она длится всю жизнь. И часто бывает так, что художнику кажется, что он весь такой подрумянился, а со стороны-то видно. Мне близка метафора, чтобы понять вот процесс работы над произведением. Ну, джаз или танец. Джаз – это некая постоянная сейшн. Собираются музыканты, начинают играть. Они же не договариваются. Они радуются тому, что выкидывает каждый из них. Все время по-новому. Это новое исполнение. Это импровизация. Это пребывание в процессе. Конечно же, есть схема, фигуры какие-то, там, да, вот все намечено, но дальше включается что-то, какое-то вот второе дыхание, и ты просто танцуешь. Нету цели никакого у танца. Ты танцуешь, и движения могут быть спонтанные и совершенно неожиданные даже для тебя самого. Почему я переделываю? Да, я не удовлетворен какими-то находками, и этот поиск продолжается, я просто иду дальше, вот и все. Та точка, в которой я сейчас нахожусь, мне кажется, еще не совершенной, что ли. Мне хочется еще что-то сказать, попробовать найти некие слова, некий язык, каким-то языком, своим новым языком, может быть, который мне открылся, донести ту же мысль по-другому, вот в чем дело. Переделывание сделанного – признак неуверенности в себе. Я бы сказал, даже наоборот, это уверенность в себе, потому что ты же портишь работу, ты ее уничтожаешь, хотя даже ты ее выложил, и все видят. Наоборот, это уверенность в том, что следующий шаг будет раскроется еще нечто большее, глубокое. Спасибо большое, Геннадий. Юрий Д. Некоторые работы, Слава, нравятся.
так у него просто, свободно размазывается краска и смачно. А что такое гармония и где приобрести вкус? Или я безнадежный? Да вкус и гармония у каждого своя, мне кажется. Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Я помню свое первое впечатление, когда не было вообще в стране Климта, никто не знал вообще, кто это такой. И вдруг мне один художник, мы с ним обменялись. У меня была одна книжечка про секс, его очень интересовало. Ну, там такое исследование, очень древнее. А он говорит, я готов обменяться с тобой очень дорогой для меня, значит, книгой Климта, которую он привез там из другой страны. Я думаю, что за Климт? Ну и вот мне показали эту книгу. Ну, собственно, каталог такой, журнальчик. И я начал его листать. Вот первое мое знакомство с Климтом, представляете, да? Ну, что-то плоское такое, ну, хорошо, там ранние работы, понятно, там что-то такое от Возрождения. Листаю, ага. Ну, ничего особенного, как бы так вот, понятно, меня не трогало. И вдруг я натыкаюсь, ага, тут вот, где стоят, значит, женщина держит обнаженные с ребенком и старуха в профиль. И тут я понимаю, вот три поколения, ого, тут уже зацепило. Потом еще Адам и Ева, он на нее, ну, знаете, эту работу, и еще там какие-то, да. И тут вот я присел, потому что я такого не видел, еще давно было. Это для меня было открытие. Я полюбил Климта в одну, в общем-то, минуту, увидев его вот там 3-4 работы, которые меня очень тронули. Значит, что-то внутри, я был готов к тому, к новому взгляду на неведанное мне, ну, изображение, способ изображения, на искусство. Откуда это возникла готовность? Ну, наверное, из того, что я видел раньше. Ну, конечно же, в принципе, у нас очень хороший бэкграунд. Все, что висит в Третьяковке, в Пушкинском и так далее, в Русском музее в Петербурге. Все это было некой подготовкой к тому, чтобы видеть, замечать разницу между убогостью, каким-то, я не знаю, пошлым стремлением художника, не умеющего рисовать к совершенству мнимому, и тем, кто умеет рисовать, и делает это так композиционно, так выразительно, и по цвету, и по композиции, что, открыв рот, смотришь на это. Ну, наверное, нужно просто многое смотреть, многое анализировать, чувствовать, не знаю, что еще. Страсть нужна, жажда. Ну, и бесспорно, хорошо повариться в хорошей кастрюле, я не знаю, где очень наваристые бульоны. Я имею в виду не современную живопись, вот только взять и все. Нет, все-таки вот проштудировать, посмотреть живьем, причем работы, я не знаю, ну, за 1000 лет, которые были созданы. Вот просто почувствовать, сонастроиться, вот как они тебе, действительно как. Не по разговорам каких-то искусствоведов и все. Вот ты и произведение, все, и больше ничего. И природа, как камертон. Или там вот люди кругом. Как это сделано? Что там изображено? Почему, я не знаю, возвращение блудного сына Рембрандта? Почему оно велико для тебя? Или так себе можно пройти мимо? Ребята, я готовлю еще один урок по рисованию, ну, по живописи обнаженной модели темперой. Я думаю, будет он вам тоже очень интересен. Скоро я вам его представлю. Вместе будем двигаться к мастерству. Друзья, я записал 35-й урок «Кипарисовая аллея в Семизе». Задача очень важная, сложная. На перспективу, на дизайнерское решение. Мы разберем вместе с вами одно из решений, но в конце урока я покажу и другие еще решения. Любая задача, любой мотив предполагает совершенно разное развитие. Сама неожиданность, неизвестность того, что ты в данный момент делаешь, ведет нас к свободе в живописи. Мы сочиняем новую картину, новое прочтение. Мы выстраиваем отношения тональные
И благодаря этому мы можем быть свободными в цвете. Меня всегда удивляет художник, которого ты вроде бы хорошо знаешь, но он пишет по-новому. Он демонстрирует свои новые грани. Мне кажется, это ключ к тому, чтобы развиваться в живописи, быть интересным и неожиданным. 35-й урок. Кипарисовая аллея в Семизе.